Особая благодарность мистеру Квареши. Royal Film Company представляет. Нагарджуна Акинени, Рогана Лоранце, Анушка. Подойди! Эй, ты! Подойди! Иди! Ты, иди сюда! Возьми! Я боюсь это продавать. Ты боишься? Я боюсь это продавать. Я понимаю. Значит, ты испугался? Да. Подойди. Я научу тебя не бояться. А теперь скажи, тебе все еще страшно? Тебе еще страшно? Ты все еще боишься это продавать? Господи! Если ты не хочешь это продавать, что ты будешь есть? Я должен кормить тебя. Ну? Он боится. Я что, должен кормить тебя просто так? А где твой бог? Оставь покой этого мальчика. Кто ты такой? Сурья. И что же будет, если я его не отпущу? С сегодняшнего дня справедливость восторжествует. С сегодняшнего дня я буду решать, что хорошо, что плохо. Сурьябхай, у меня никого нет. Можно мы останемся с тобой? Как тебя зовут? Джаха. Чем ты занимаешься? Я опаснее, чем взрыв бомбы. Пугаю меньше, а жертв больше. Он же промокнет насквозь. Принесите зонт. Режиссер-постановщик Имран Куреш. Прошло 20 лет. Арун! Проходи. Привет, ребята. Доброе утро. Доброе утро. Вы поняли, что сказал вам Сурья? Все ваши проблемы будут решены. Я вам полностью доверяю. Сурьябхай займется этим. А теперь вы можете идти. Сэр, он хочет встретиться с Сурьябхай. Присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте. Моя дочь учится в колледже. Она отличная ученица. В классе она одна из лучших. Последнее время она возвращается домой позднее обычного, после учебы. Чтобы узнать, в чем дело, я решил однажды встретить ее. Но я не нашел ее в колледже. На заднем дворе я увидел, как какие-то богатые парни дают моей дочери наркотики. Они вели себя отвратительно с моей девочкой, прямо у меня на глазах. Это было ужасно. Когда я попытался вмешаться, они избили меня. Они разрушают не только жизнь моей дочери, но и жизни многих других девочек. Я слышал, что Сурьябхай решает, что справедливо, а что нет. Сэр, попросите Сурьябхай хотя бы раз сходить в колледж. Никто не стрижет ногти с помощью меча. Этим делом займется Джатха. Ради бога. Хорошо, я дам. Пожалуйста. Сделай мне укол. Я больше не могу. Но сделай же. Хотя бы одну.
Вам что здесь, спектакль показывают? Идите! Идите! Не смей совершать подобное в дверях колледжа. В противном случае Сурья Абхай не сжалится над тобой, главный господин. Том номер один. Что такое справедливость? Прошел год с того момента, как мы вложили деньги в квартиры, но мы все еще не получили никаких документов. А теперь он говорит, что место будет отдано какому-то Бихари. Я ничего не могу сделать. Я говорил с ним о ваших людях. Он грозился убить меня. Бихари слишком важная персона. У него большие связи в полиции. У меня есть информация, что он совершил несколько крупных убийств. У меня тоже есть семья. И я бы мог с ним и не встречаться. Вы, присутствующие здесь, осмелитесь ли вы с ним поговорить? Пойдите и скажите. Если вы такие смелые, идем. Пойдем. Мы пойдем и поговорим с ним. Идем. Идем. Они хотят поговорить с вами. Сэр, где же справедливость? Я отдал честно заработанные деньги на квартиру, а вы взяли их себе? И что? Не будьте столь несправедливы! А что, если мы будем нечестны? Имейте в виду, я пойду и поговорю с ним. И что? Идти в полицию не имеет никакого смысла. На, говори. Ну? Простите, я перезвоню вам позже. Может, вы желаете поговорить с министром? Ну же! Давайте! Он так боится с вами говорить? О чем вы собираетесь ему рассказывать? Скажи мне, старик! Я говорил не про министра и не про полицию. Я поговорю с правильными людьми. Кому ты собрался идти? Отец! Отпустите его! Не трогайте его! Отдайте его в покое! Ты ударил меня! Тебе придется за это ответить. Ты будешь за это расплачиваться. С этого момента начинается черная полоса в твоей жизни. Когда жестокость достигает предела, значит, родился тот человек, который ее уничтожит. Толкни ее поближе. Мама! Мама! Кто тебя услышит? О чем ты говорила? Скажи мне. Скажи. Мой Сурья. Сурья. Да, Сурья подогнал. Он очень силен. И если ты притронешься к нему, то сгоришь заживо. Он защитник всех бедных. Он уничтожает всех злодеев. Народ уважает его, они называют его главный господин. Дом номер один. So
тебя есть 5 минут. Исчезни. Да? Эй! Опустите руки. Сури, ты не представляешь, насколько я силен. Бихари затопят реки крови. Никому не будет пощады. Мои люди перебьют всех, всех без остатка жителей. И тебя тоже. Тебя и твоих людишек. Так что присядь, парни! Манера Сурья, то, как он сидит, приводит в изумление даже самых великих людей. Вот она, настоящая индийская сила. Понял? Эй! Я не люблю говорить много. Перейду сразу к делу. Быстро освободи это место. Ты порочишь репутацию Бихариса, пока находишься здесь. Как ты собираешься показать мне свою силу? Я покажу тебе силу Индии. Рука к руке. Так что ты говорил? Если ты так силен, приступай. Расслабьтесь, мальчики. Достаточно. Эй, это сила Сурья. Именно так я поступаю с теми, кто пытается нарушить порядок в стране. Эй! Проводите взволнованных людей по домам. И отвезите дядю в больницу. Вы что, с ума сошли? Завтра день рождения господина. И вы, тем не менее, заставляете его работать. Только я отлучился сделать покупки, как он тут же уехал. Да и вы тоже. Хороши, Сурьябхай слишком вас избаловал. Мне придется самому за всем следить. Сделайте только одно. Принесите мою трость. Говорю вам, принесите мою трость. Я не собираюсь вас бить, просто прошу трость. Сурьябхай стал неуправляемым. Ему нужен помощник вроде меня. Когда вы говорите с господином, вы заикаетесь от страха. И вы хотите контролировать его? Ребята, я заикаюсь только в разговоре с вами. Кто боится Сурьябхай? Я смогу его контролировать.
Кого ты собрался контролировать? Не контролировать, Фхай. Страну. Мы как раз говорили о патриотизме. А вот твоя палка. Я не просил тебя. Вы собирались кого-то контролировать? Ты слишком много болтаешь. А разве ты не хотел контролировать Сурия? Как я могу контролировать Сурия, если он контролирует всю страну? Контролирую его. Брат, брат, не надо меня бить. Брат, брат. Он еще слишком молод. Вам пора идти. Все горожане ждут вас. Хорошо. Здравствуйте. Рам, вы пришли все вместе? Хай, вы столько для нас сделали. Вы построили для нас дома. Вы построили школы для детей. Вы так много для нас делаете. Вы относитесь к нам как к своей семье. Хай, завтра ваш день рождения. Мы знаем, что вы его никогда не отмечаете. Но позвольте нам хотя бы раз его отметить. Навестите завтра нашу деревушку. О чем вы задумали, Сурия Абхай? Вы обязаны хотя бы раз нас навестить. Да! Стоп, стоп, стоп. Это обязательно? Сурия Абхай должен дать согласие? Да. Я попытаюсь его убедить. Я не знаю. Он не знает. Зачем мы только сюда пришли? Хорошо, я приду. Дядя Бату, сегодня Суя в хорошем настроении. Поговори с ним о свадьбе. Ты сможешь спросить о чем угодно, но разговор о свадьбе разозлит его. Разозлит его? Когда я это слушаю, то мне кажется, что я умру холостяком. Если ты так помешался на этой свадьбе, тогда поговори с Сурио сам вечером. Поговорить самому? Да. Хорошо. Вечером я буду вооружен. О чем ты? Идем. जय सूर्य भाई आज का दिन तेरा है भाई खुशी का सूरज बन के आया यहाँ झूमे दुनिया नाचे दिल जवां जय 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 सूर्य भाई आज का दिन तेरा है भाई खुशी का सूरज बन के आया यहाँ झूमे दुनिया नाचे दिल जवां खुशी का सूरज बन के आया यहाँ झूम दुनिया नाचे दिल जवां सूरज बन के आया यहाँ झूमे दुनिया नाचे दिल जवां भैया
अपुन तो तेरे लिए जीता है मरता है अपुन तो भाई का दीवाना दीवाना एक से दो भले तुम चलो हम चले ना रुके ये घड़ी दिल से दिल जब मिले विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू सूर्य भाई विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू सूर्य भाई जय 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 सूर्य भाई आज का दिन तेरा है भाई खुशी का सूरज बन के आया यहाँ झूमे दुनिया नाचे दिल जवान Сурья, твои люди избили моего сына. Он в больнице. Он в коме. Что все это значит? Господин Матур. Колледжен сломал жизнь ни одной девочки. Он приучал их к наркотикам. Он сын министра? Его избили слишком сильно за какой-то пустяк. Мы были деловыми партнерами больше 10 лет, не так ли? Разве он этого не знал? Джатха. Дабхай, ты бил его? Дабхай. За что я ударил Джатха? Почему ты не убил его? Да, да! Сурья, ты сошел с ума? Санграм, мои принципы гораздо важнее для меня, чем связи. Джатха, он может стать моим деловым партнером. Он думает, что его сын не может совершить ничего плохого. Заплати по всем счетам и расторгни договор о сотрудничестве. Говори немного потише. Если Сурья Абхай поднимет руку, тебя сотрут в порошок. Твой сын в коме. А ты умрешь, понимаешь? Вперед, Синдрам. Ну уже, вперед! Не задерживайся! Давай! Сегодня я решу этот вопрос. О, Господи! Джатха? Да, Абхай? Проходи. Осторожно. Ты уже поужинал? Да, Абхай. Значит, тебе не спится. Не в этом дело. Мне нужно тебе кое-что сказать, но у меня не хватает храбрости, поэтому я немного выпил. Тебе обязательно пить, чтобы поговорить со мной. Что же такого произошло? Дело в том, что у меня дрожит каждая клеточка организма. Каждая клеточка? Речь идет о свадьбе. Только не надо злиться. Не бей меня, прошу. Сегодня я это сказал. Да. Пожалуйста, не надо вставать. Соблюдай дистанцию и некоторую дистанцию. Хорошо? Послушай меня. Я хочу жениться, прежде чем я состарюсь. А я могу жениться только после того, как женишься ты. Мне очень нелегко смотреть на другие пары, которые решили пожениться. Я стараюсь не смотреть по сторонам, чтобы спасти себя от тех девушек, что гуляют по улицам. Моя голова хочет повернуться, но я смотрю только вперед. Что с этим всем делать? Зачем я тебе все это говорю? Я не могу уснуть по ночам. Я ворочаюсь всю ночь сбоку на бок. Сколько еще мне придется смотреть фильмы? Пойми, я не хочу умереть в одиночестве. Джатха, я не собираюсь жениться, но ты можешь жениться. Подумай, что скажут люди, если я женюсь раньше, чем ты. Но почему ты не хочешь жениться? То, чем мы занимаемся, вполне нормально, но противозаконно. А теперь подумай, как я объясню это девушке? Я женюсь на девушке, которая все поймет. Отлично. Но с такой девушкой будет немало проблем. А какими еще чертами она должна обладать? Девушка? Да. Помогать другим людям. Ты встретишь ее. Она должна не бояться меня. А разве такое возможно? Она должна быть сильной. Она должна смотреть в глаза, когда говорит со мной, и не должна заикаться во время разговора. Если мне когда-нибудь повстречается подобная девушка, я обязательно женюсь на ней. Она должна смотреть в глаза и смело говорить. Она должна говорить быстро. Я живу с тобой на протяжении последних 25 лет, но я ни разу не осмелился так говорить с тобой. Хочешь знать, что я думаю? Я точно не женюсь. Не в этой жизни. Брат, я ухожу. Спасибо. Дай-ка я посмотрю фото девочек. Джо!
Джака, а во сколько должна быть встреча? У нас еще есть время. Эй, давай! Джака, догони его немедленно. Смотрите, Сурьябхай! Эй, поймай их! Быстрее, ее надо отвезти в больницу. Будет в порядке. Вам не о чем беспокоиться. Она должна помогать другим. Сэр, вы перестаете себя контролировать. Брат! Да. Эта девушка помогает другим. Мадам? Здравствуйте, мадам. Вы, должно быть, недавно в городе? Да. Я сразу понял. А это ваш господин Сурьябхай. Сурьябхай? Да. С ней все в порядке. Хорошо, что вы так быстро ее привезли. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Очень хорошо. Это моя работа. Спасибо. Спасибо. А за что вы меня благодарите? Это вы, как ангел-хранитель, спасли ее, доставив сюда вовремя. Пока. Мальчики, это те самые парни, Сурьябхай. Доктор! Что случилось, сэр? Позаботьтесь о них. Хорошо, сэр. Мальчики, заберите его. Эй! Я только что назвала вас ангелом-хранителем, а вы оказались мошенником. Вы ударили его. Вы мужчина или кто? Мадам, Хай имеет два лица. Она не должна мямлить, когда говорит со мной. Я женюсь, если встречу такую девушку. Если у вас достаточно мужества, тогда посмотрите ему в глаза и скажите все, что думаете. А ты думаешь, что я не смогу? Ну, если ты такая смелая, то пожалуйста. Идем. Брат, она как раз такая, о которой ты говорил. Она помогает другим и не боится говорить с тобой. Мне поговорить с ней. Вы случайно не знаете, зачем они собрали нас так срочно? Не знаю, сэр. Какое-то важное дело? Не знаю. Наверняка информация секретного характера. Доброе утро, сэр. Садись. Мои дорогие друзья, я созвал это экстренное совещание, потому что... Это Фироз, лидер пакистанской мафиозной группировки. Он самый опасный мафиози во всем мире. Контрабанда, шантаж, похищение, убийство. Различные аферы и грабежи. За ним тысячи таких преступлений. Никаких доказательств. Сейчас он заинтересован Индией. Он собирается приехать сюда. Это и есть секретное задание для нашего отдела. Если приедет в Индию, нас ждет много проблем. У него большие связи. Да, он очень силен. Когда канадская мафия попыталась бороться с ним, вспомните только, что он с ними сделал. У Фироза свои неповторимые манеры игры.
имя Фероз, пакистанский Дон. Я приехал, чтобы завладеть Канадой. В моих венах течет скандинавская кровь. И я здесь, чтобы исполнить их самое заветное желание — покорить весь мир. Но вы мешаете мне. Я этого не люблю. Но раз вы решили, давайте сыграем в игру смерти. Позвольте познакомить вас с правилами моей игры. Если кто-то падает, его людей убивают. Если падаю я, мои люди будут убиты. А если ты, два твоих человека, победит тот, у кого останется больше людей в живых. Он и станет господином на этой территории. Новый господин Канады. На чем вы так задумались? Страшно? Хорошо. Девочки, отдохните. Ты не должен менять правила. Нет, нет! Ты проиграл. Теперь твоя жена станет моей. Девочки, заберите ее. Нет, оставьте меня! Теперь она моя. Извини. Нет! Нет! С сегодняшнего дня Фероз новый господин Канады. Следующий ход — Индия. Он не боится ничего. Жажда власти делает его сильным. У него есть готовый план по захвату Индии. Его люди среди нас. Но кто они? И где именно находятся? Мы ничего не знаем. Он начнет расправу с чиновников, министров и других влиятельных людей страны. Он попытается перетянуть их на свою сторону. Если они согласятся, все пройдет мирно. Если нет, он убьет их. Обычные граждане придут в ужас, и он получит контроль над страной. Но мы не должны дать ему подобного шанса. Поэтому я назначу специальных людей для этого задания. Но вы все должны быть готовы. Есть, сэр. До встречи завтра. Окей. Можете идти. Спасибо, сэр. Сурья, моя дочка закончила обучение в Америке и вернулась в Мумбаи. Я пригласил ее, чтобы познакомить с тобой. Прия. Помните о том, кто? Сядьте. Сурья. Джатха. Подержи.
Добрый день. Она всегда так разговаривает. Она знает все про вас. Дядя Матур, наверное, вы совершили много хороших поступков в прошлой жизни. Что ты хочешь сказать? Подробности потом. Чем ты занимаешься? Она закончила специальные компьютерные курсы. Сейчас она ищет достойную работу в Мумбаи. Она вполне может поработать у нас. Я не могу здесь работать. Почему, милая? Я не могу здесь работать. Никто не может работать здесь без разрешения господина. Что? Что-то не так? На самом деле он киллер. Джатха, ты пытаешься расхвалить или унизить Сурья? Он сумасшедший. Господи, как же объяснить этим двум старикам? Дядя Мату, пойдемте. Ты должна работать здесь. Ну и что я буду делать? Проверять качество винтовок или считать убийство? Или перебирать косточки погибших? Я все о нем знаю. Подожди. Знания компьютера здесь не требуются. Не буду. Ясно? Прия. Прия. И что ты собираешься делать? Я не буду здесь работать. Тебе придется. Я многим обязан, Сурья. Но ты собираешься заставить меня здесь работать? Да. Я не буду работать с этим мошенником. Мошенником? Если она не хочет здесь работать, пусть делает, что хочет. Как ее зовут? Прия. Прия, ты можешь идти. А ты пойдешь со мной. Прости, Сурья. Она наговорила много лишнего, толком не зная, о чем идет речь. Это как раз то, что мне в ней очень нравится. Пойди, поговори с менеджерами Ситибанка, они найдут ей работу. Но Прия не должна знать об этом. Хорошо, Сурья. Тебе нравится моя дочь? Что ты спрашиваешь? Видишь, он смеется. Конечно, нравится. Она понравилась ему с первого взгляда. Теперь тебе осталось только убедить ее. Без проблем. Моя дочь с удовольствием станет его возлюбленной. Ей невероятно повезло, что Сурья полюбил ее. Дядя? Да. А у тебя случайно нет второй дочери? Что? Я тоже одинок. А у вас есть дочь? Я все еще один. Иди к черту. Бушан, ты летишь в Индию, и не забудь поведать местным криминальным авторитетам о Ферозе. Твой сок. Брат, ты уже задумывался об этом? Ты о чем? О девушке. Какой девушке? О той, которую ты впервые повстречал в больнице. А потом у себя дома. Брат, она идет. Успокойся. Что ты так нервничаешь? Как я могу успокоиться? Прия получила работу благодаря Сурья, а она ходит и гордится своими талантами. Банерджи, я даже представить не могу, что сейчас будет. Эй, Джатха! Я? Скажи мне. Что? Скажи мне, бандит. Бандит? Джатха. Но, брат, она назвала меня бандитом. Осторожно. Хорошо, продолжай. Ты знаешь, что это такое? Сопроводительное письмо. Ты говорил, что без помощи твоего господина мне не получить работу в этом городе. Я правильно говорю, но благодаря моим способностям я легко нашла работу. Я отличный специалист. Что ты скажешь на это? Вы получили эту работу отнюдь не из-за ваших выдающихся способностей. Господин сделал звонок. Джатха. Конечно, вы получили работу исключительно благодаря таланту. Ты говоришь так, будто твой господин нашел мне работу. Все, на что он способен, это сидеть и давать указания. Джатха, Джатха, а ты всегда отвечаешь. Да, господин. Чем вы оба еще можете заниматься, мистер Сурья? Я нашла работу. Я пришла просто сказать вам об этом. Мне пора. Прощайте. Эта девушка то, что тебе надо.
Ей позвоню, а ты скажешь, что любишь ее? Нет. Я боюсь. Ты же самый уважаемый человек в городе. Тебя боится любой гражданин. А ты испугался девчонки? Одно дело быть авторитетом для народа, а умение выразить свою любовь совсем другое. Брат, ты можешь приумножать свои богатства всеми способами. Но однажды ты состаришься. Когда ты собираешься признаваться в любви? Когда планируешь жениться? Когда я смогу жениться? Подумай обо мне. Что хорошего, если ты всю жизнь прожил один? Поговори с Прией. Создай семью. Я ухожу. Жадко прав. परी लगती हो तुम रूप की रानी रूप की रानी जुल्फ घटा आंखें हैं कमल चेहरा नूरानी लगती हो तुम रूप की रानी सुल्फ घटा आंखें हैं कमल चेहरा नूरानी आ मेरे पास आजा आ मुझ में समा जा बन जाएगी प्रेम कहानी बन जाएगी प्रेम कहानी चांद परी लगती हो तुम रूप की रानी सुल्फ घटा आंखें हैं कमल चेहरा नूरानी से है मेरे संग तुझको देखूं तुझको सोचूं तुमने मेरे दिल में जगह है बना ले चांद परी हे चांद परी चांद परी लगती हो तुम रूप की रानी सुल्फ घटा आंखें है कमल चेहरा नूरानी
Специальный офицер, который будет заниматься этим делом, уже прибыл. Сэр? Пакистанский мафиози имеет виды на Индию. Здесь содержатся секретные данные. Это очень серьезное дело. Будьте осторожны с этим. Пришел новый офицер. Он хочет поговорить с тобой. Джатха. Очень мило, Сурья. Ты пользуешься авторитетом у народа. Тебя везде хвалят. Вчера я встречался с некоторыми уважаемыми персонами. Вы знаменитый бизнесмен в Индии. Но я пришел навестить вас не в качестве представителя власти. Человек, известный во всем мире как Фероз, желает подружиться с вами. Что вы на это скажете? Простите, но ни при каких обстоятельствах я не пойду против Сурья. Вам следовало бы собрать полное досье, прежде чем вы пришли сюда. Сурья Абхай тот самый человек, кто помог мне достичь такого положения. Если я пойду против него, я прекрасно знаю, что меня ждет. Сурья не пощадит меня. Он убьет всех. Или же вас убьют члены моей партии. Дорогая, этот господин хочет убить Сурья Абхай. Ты все еще хочешь подать ему кофе? Сурья, ты управляешь всеми людьми данного города. Фактически у тебя больше авторитета и силы, чем у полиции. Ты можешь стать еще могущественнее. Какой смысл править на столь незначительном уровне? Пора выходить на международный уровень. Это не просто слова. Известный во всем мире Дон Фероз делает вам подобные предложения. Планы Фероза входят в захват Индии. Полиция не знает, что я работаю на Фероза. Так что вам никто не поверит, если вы скажете об этом. Я специально присланный офицер, а вы бандит. Джатха. Сурья, в ваших интересах сотрудничать с Ферозом. В этом случае вы добьетесь реальных высот в жизни, а потом сможете делать все, что захотите. Любые преступления. Я обо всем позабочусь. Заработать много денег и продолжать жить счастливо. Наслаждаться жизнью. Жениться. Ты полицейский или продавец? Эй! Эй! Опусти палец. Или мне придется отрубить тебе руки. Так что, если ты понял, о чем я говорю, лучше покинь этот дом как можно быстрее. А если я не уйду, тогда тебя ждет преждевременная смерть. Эй! Уходи! Вас попросили удалиться. Сурья, бизнесмен Ашу согласился сотрудничать с Ферозом. Позвони Ашу. Алло. Ашу, то, что я слышал, правда? Да, Сурья, это правда. Как ты знаешь, я занимаюсь медицинскими товарами уже 7 лет. За это время доход компании увеличился более чем на 100 крорей. И теперь я решил сотрудничать с Ферозом. Я получил 10 крорей, как только дал свое согласие. Ты считаешь это бизнес? Мы собираемся делать дубликаты препаратов, которые выпускает моя компания, а затем будем продавать смешанный товар. Это неправильно, Ашу. Сурья, я все понимаю. Погибнут невинные люди. Это приведет к сокращению численности населения. Тебе не следует работать с ним. Сурья, пресс Фероза напугал тебя? Не волнуйся, я поговорю с ним.
Он не причинит тебе вреда. Ты хоть понимаешь, с кем ты сейчас говоришь? Несомненно, Сурья, который теряет свое могущество. Господин Матур. Джатха. Ашу не должен увидеть восход солнца. Алло, сэр, и говорит Бушан. В чем дело? Ваши планы на Индию неосуществимы. Что это значит? Здесь правит господин Сурья. Он слишком силен. Сегодня один человек согласился работать с нами, но Сурья убил его. Ты называл ему имя Фироза? Я говорил, но он попросил меня уволиться в течение недели. Если я не послушаюсь, он убьет и меня. Минуту. Сэр. Звонил Бушан из Индии. Сурья создает нам много ненужных проблем. Офицер! Да, сэр. За что я плачу тебе такие деньги? Чтобы ты звонил по каждому пустяку? Ты знаешь, везде есть такие люди. Убедить его — твоя единственная задача. Если он откажется, просто убей его. Вы не представляете, насколько он силен. Послушай, я не собираюсь платить тебе столько просто так. Если ты взялся за дело, то доводи его до конца. В противном случае, готовься умереть. Так как я согласился работать на вас, обратной дороги нет. Сурья крепкий орешек, но мне придется его расколоть. Что думаешь по этому поводу, сэр? Похоже, этот Сурья действительно достойный противник. Просто надо дождаться удобного момента. Подождем. Бушан займется Сурья. И тогда мы будем знать точно, кто такой Сурья. Сильнее ли он, чем мы, или нет. Чего ты хочешь? Проходите. До сегодняшнего дня я не просил тебя ни о чем. У меня есть только одна мечта. Я хочу жениться. Это старый пистолет. Но в нем новые пули. Женись, или мне придется покончить жизнь. Самоубийство. Так и будешь стоять с дулом у виска? Думаешь, ты слишком крутой? О чем вы там перешептываетесь между собой? Скажите прямо, что вам нужно. Брат, поговори с ней. Скажите мне, что нашептывал вам Джатха? Что случилось? Дон, что за секреты? Вам не стоит меня бояться. Не волнуйтесь. Ты испугался. Папа! Что случилось, милая? Никто не приходил? Здесь никого нет. Фу, я заснула. Наверное, приснился кошмар. Всю
как в моем кошмаре. Та же самая одежда. Послушайте, не вздумайте даже приближаться ко мне. Не смейте целовать меня. Папа! Папа, спаси меня! Папа! Папа, он пришел поцеловать меня! Что ты так кричишь? Папа, помоги мне! В чем дело? Попроси его уйти, пожалуйста. Папа, пусть он уйдет. Уходи, слышишь? Уходи! Дядя Матур, отойдите в сторону. Нет, папа! Папа, ты мой отец или мой враг? Послушайте, не смейте ко мне приближаться. Не надо меня целовать, слышишь? Пожалуйста, может, вы и господин, но в моем доме госпожа я. Брат, эта девушка кричит: не целуй меня, не целуй меня. Я не понимаю, в чем дело. А потом она сказала: уйти отсюда. Простите ее, что с ней? Не приближайтесь ко мне. Я вас предупреждаю. Не надо. Прошу вас. Нет, нет. Пожалуйста. Прошу. С днем рождения. А теперь спроси, откуда я это знаю. Мне сказал твой папа. Джатха. Подарок. Пока. Послушайте, мисс Кис-Кис. Вы что, первая женщина на планете? До сегодняшнего дня он никому не дарил подарков. Постарайтесь его понять. Могу я вас кое о чем попросить? Вы так долго кричали: поцелуй, поцелуй. Этот господин целует вас в ваших снах. Откуда ты знаешь? Тогда признайся, что любишь его. Зайдем в салон красоты. А какие вообще на сегодня планы? Новый офицер собирается убить Сурья. Когда? Этот господин хочет убить Сурья Абхай. Ты все еще хочешь подать ему кофе? Хорошо. Господи, моя дочь Сурья. Они убили мою дочь. Она ушла в колледж. Они похитили ее. Изнасиловали, а потом убили. Я отказался работать на Фероза. Именно поэтому Бушан это сделал. Расплатись с ним, Сурья. Убей его. Накажи его. Джатха. Да, брат. Где мы можем его найти? Что такое? А что здесь такого? Я просто обнял ее. Вы считаете это достойно? Если вы считаете мое поведение недостойным, что бы вы сказали, если бы я ее изнасиловал? Если вы посмеете такое сделать, вас надо убить. Брат, эта девушка сказала, что надо убить того, кто изнасилует девушку. Если ее хоть кто-то тронет, я убью его. Сурья Абхай. Он идет сюда. Пускай. Брат, скажи мне, что я должен сделать? Подождем его.
Если ты хоть кого-то тронешь, даже поддержка Фероза не спасет тебя. Посмотри, здесь полно девушек. Иди и приставай к ним. Посмотри, сколько их стоит вокруг. Обними их. Если у тебя есть силы, приставай к ним. Изнасилуй их. Вставай. Приставай к ним. Слышишь? Эй! Эй! Кто убил эту девушку? Это я. Скажи об этом громко, Джатха. А теперь вы все скажите мне, что я должен с ним сделать? Убей его! Убей его! Та девушка, которую ты убил, расплатится с тобой. Кто его убил? Скажите мне, кто его убил? Сэр, здравствуйте. Его убила эта девушка. Она мертва. Как она могла его убить? Сэр, что здесь непонятно? Сначала она убила его, а потом умерла. Что? Сэр, одну минуту. Мы все мирно танцевали. Неожиданно эта девушка ворвалась сюда. Она сказала, он меня изнасиловал. Она достала пистолет, выстрелила в него, а потом умерла. Проверьте отпечатки пальцев. Возьмите пулю на экспертизу. Если хотите, можете спросить любого из присутствующих. Его убила девушка? Достаточно. Она его убила. Она его убила. Ваш план просто гениален. Сурья! Эй! Вы начинаете терять контроль над собой. Ведите себя достойно с моим господином. Следите за тем, что говорите. Если будете слишком много говорить, мне придется его отрубить. Как ты смеешь так разговаривать с полицией? И что с того, что вы полицейский? Я не знаю, зачем офицер совершил такой поступок. Он изнасиловал его дочь и убил ее. Асурия всегда борется за справедливость. Я ухожу. Асурия, ты стал слишком высокомерным, получив поддержку народа. Но однажды я пришлю офицера, который арестует тебя и переведет в суд, собрав доказательства. Только пришлите человека, который на самом деле предан полиции. Настоящего полицейского, а не бандита. Я найду такого человека. Он совсем не боится полиции. Я до него доберусь, ему не будет пощады. Когда-нибудь я случайно собью его на дороге. Я принесла твой кофе. Ты видишь, я думаю. Поставь здесь. Кофе она принесла. Мне нужно поговорить с вами. Уделите мне 5 минут. Садитесь. После того происшествия в клубе, я пришел к вам, чтобы рассказать всю правду. На самом деле, Бушан приехал не для того, чтобы поймать Фероза. Он работал на него. Он пытался заставить меня сотрудничать с Ферозом. Он вел переговоры со многими влиятельными людьми. Все отказались работать на Фероза. Тогда он решил отомстить мне и изнасиловал, а потом и убил дочь министра. Если бы подобное случилось с вашей дочерью, что бы вы сделали? На самом деле, закон не всегда бывает объективен. Вот почему я вмешался. Я пришел не оправдываться. Я пришел потому, что вы честный офицер. Постарайтесь понять меня правильно. И если сможете, присматривайтесь к людям повнимательнее. До свидания. Сурья.
Я не так все понял. Прости. Все в порядке, сэр. Сурья убил Бушана. И полиция ничего не сделала? У них нет доказательств. Мы похитим его. Нет. Он убил полицейского на глазах у всех. И никто не сказал об этом. Это показывает его реальную мощь. Он должен работать со мной, а не там. Позвони ему и назначь встречу. Я поговорю с ним. Алло? Да. Роз желает встретиться с Сурья. Передайте ему трубку. Сурья. Звонит Фероз. Он хочет встретиться с тобой. Передай ему, что я не выполняю приказы. Послушайте, вы говорите с правой рукой Фероза. Левая была бы полезней. Передайте Ферозу. Пускай приезжает и говорит Сурья. Черт! Что случилось? Он вызвал вас. Парни, внимание! Сурья. Очень стильно. Я думал, что индийский дом носит исключительно национальную одежду. Вы же выглядите как самый невинный человек. А вот я предпочитаю не составлять мнение о человеке, пока не встречусь с ним лично. Каждая невинная овечка может в любой момент превратиться в самого опасного хищника. Это и есть мой стиль. Прошу, сядем и поговорим. Я такой, какой я есть. Я никогда не пытаюсь что-то изобразить, сыграть. Ты не приехал, когда я позвонил, но я не разозлился. Видишь, я приехал сам. Я хотел встретиться с тобой. Продолжай. Я думаю, мы примерно равны по силе. Я бы смог убить тебя, если бы захотел. Но я не хотел. Сурья, я собрал о тебе всю информацию. Рассказать тебе? Твой отец был офицером полиции. Довольно простой, честный и открытый человек. Он арестовал человека, подобного мне. Но его отпустили под залог. И он убил твоих родителей и сделал тебя сиротой. Ты бродил по улицам, как бездомный. А другие дети называли тебя Абхай. Именно с этого все и начиналось, и до сих пор продолжается. Твой так называемый брат Джатха, он очень привязан к тебе. Люди очень жестоко обращались с тобой. Все это было несправедливо. Но ты не сдавался, не терял надежды. Ты собрал группу из слабеньких мальчиков. В итоге ты нашел убийцу своих родителей, Джадава, и расправился с ним на глазах у полиции. В то время люди его очень боялись. Они были уверены, что ты выполняешь некую особую миссию. Народ полюбил тебя, а полиция начала побаиваться. Ты стал доном. Но очень скоро ты влюбился. Здорово. Мне это нравится. Это твоя краткая биография. Фероз, ты думаешь, что люди в Индии не обладают достаточной информацией? Твое настоящее имя Фарух. Одно время ты был мелким воришкой на местном рынке. Ты продавал свою сестру, желая заработать денег. А когда она перестала тебя слушать, ты ее убил и тебя посадили. Когда ты вышел из тюрьмы, тебя стали называть Фероз, член джунайдской банды.
Ты оттачивал свое мастерство на трупах людей. Ты безумно желал власти. И однажды ты убил Джунайда и стал Доном. Но даже сегодня ты предаешь людей, которые работают на тебя. Но ты боишься умереть. Поэтому у тебя команда из 100 человек, из 40 охранников. Человек, которому ты сейчас доверяешь больше всего, это Дюран. До этого ты близко общался с другим помощником, Сираем, Фероз. Сейчас ты меняешь номер телефона. Сейчас твой номер 989-02-11111. Из Карачи ты отправился в Англию, затем в Нью-Йорк, Бангкок, Токио. И недавно ты был в Канаде. Там ты убил местного Дона, теперь положил глаз на мою Индию. Фероз, несмотря на то, что у тебя две девушки, ты спонсируешь еще трех. Их имена Соня, Рина, Прити, но и это не все. После того, как ты убил канадского Дона, его жена спит с тобой. Отлично. Но ты предатель. Ты удивил меня. Ни одна полиция в мире не обладает подобным количеством информации обо мне. Эй, Дюран, я раскрыл ему все его секреты, а он мне мои. С того времени, когда я был мелким вором до сегодняшнего дня. Мне нравится. Отлично. Отлично. Ты удивлен? А в Индии люди не такие глупые, как ты думал. Все изменилось. Да, Сурья. Ты прав. Многое изменилось. И теперь я знаю, что Сурья не просто говорит, а жалит каждым словом. Мне удалось захватить власть во многих странах мира с помощью моей силы. Но чтобы мое влияние распространилось на Индию, мне нужен раб. Как раз такой человек, как ты. Прими ее, мою власть. Смирись с тем, что будешь работать на меня. Стань моим рабом. Ты будешь наслаждаться жизнью и зарабатывать деньги. Люди в этой стране станут бояться тебя. Ты станешь для них подобием Бога. Вместе мы продадим Индию. Что ты думаешь об этом? Не могу понять одного, как такой отвратительный человек, как ты, смог родиться в такой священной стране, как Пакистан. Благодари Бога, что ты улетаешь, потому что ты гость. Иначе я бы точно убил тебя. Оставь в покое мою Индию. Убирайся. Ты слишком много говоришь, Сурья. А еще лучше я работаю руками. Не забывай, насколько я силен. Я и не собираюсь об этом помнить. Нам лучше быть друзьями. Я не стану работать с предателем. Тебя убьют. Позаботься о себе. Те, кто играет в опасные игры, не боятся смерти. А теперь убирайся. Хорошо. Как скажешь. Парни, идем. Я улетаю, Сурья. Убирайся. Постой. Сначала дай мне 1000 рупий, а потом продолжим игру. Сначала сыграем. Мне надо выиграть. Потом я рассчитаюсь со всеми. Хорошо, играем. Ты сегодня впервые надела сари. Надела сари? Она так громко кричала, Сурья, что теперь пришла извиниться. Да, но зачем же надевать сари для того, чтобы просто извиниться? На самом деле... Чака! Первый раз она обращается ко мне так мило. Иди, иди. Первый раз вы произнесли мое имя с такой нежностью? Начиная с сегодняшнего дня, я не буду больше его произносить. Будешь называть меня мерзким бандитом? Нет. Я буду называть тебя братом. Меня? Братом? Значит, я смогу называть тебя сестрой. Ну да. Сестра. Да. Говори уже, в чем дело? В общем, я... Я знаю, что и кому ты пришла сказать. Пошли со мной. Брат! Брат! Да. Брат! Наконец-то! Поздравляю! Что случилось? Все отлично. Что отлично? Все отлично. Да что с тобой? Все хорошо. Брат, сегодня она пришла в сари. Сегодня твой самый счастливый день. Твои проблемы решены. Я пошел. Пора решать мои проблемы. Все хорошо. Хорошо! Такое ощущение, что Джатха сошел с ума. Я скажу тебе,
На самом деле, я не хотела тебя видеть. Но я не могу с собой ничего поделать. Я не хочу с тобой разговаривать. Но не могу себя сдерживать и молчать. И я думала, что никогда не влюблюсь в тебя. Но я влюбилась. А ты так и будешь молчать? Я не хочу тебя целовать. Но я не могу с собой ничего поделать. सब कुछ कह दिया आ दिल की राहों में जीने दे बाहों में ना तुम बोलो ना मैं बोलू हमने प्यार किया मेरे मितवा मन ने मन से सब कुछ कह दिया आ दिल की सब कुछ कह दिया ना तुम बोलो ना मैं बोलू हमने प्यार किया दिल के राहों में जीने दे बाहों में छोटे ये जानम प्यार ना अपना होगा कम खोई खोई जाके सोई रहती है मेरी आंखें तेरी खुशबू से महके है मेरी ये सांसें दूर ना जाना ओ साथिया एक पल लगे ना तेरे बिंदिया मन ने मन से सब कुछ कह दिया आ दिल की राहों में जीने दे बाहों में ओरा
Сурья, сынок, сегодня я очень счастлив. Благословляю тебя, девочка моя. Как и все эгоисты, я тоже постоянно думаю о себе. И что мы должны о тебе подумать? Я тоже хочу в кого-нибудь влюбиться. И как планируешь выражать свои чувства? Я выберу девушку, подарю ей цветок и скажу, что люблю ее. Ты думаешь, что она полюбит тебя из-за этого одного цветка? Если она не влюбится, я достану пистолет и заставлю ее сказать, и я тебя люблю. Ты думаешь, девушка в чем-то признается, если увидит оружие? Влюбится ли она? Я уже обо всем позаботился. Я познакомлю вас с ней. Милая! Правда, она красивая, бра. Эй, дай мне взглянуть на нее. Подойди. Здравствуйте. Как ты влюбилась в него? Я выбрала его из-за цвета кожи. Ты говоришь правду? А он не пытался напугать тебя оружием? Что вы, сэр? Я расскажу вам, почему я влюбилась в этого человека. Девушка из нашего района оказалась в сложной ситуации, а он ее спас. И я влюбилась в него из-за его доброты. Как тебя зовут? Нандини. Чем ты занимаешься? Я учусь. Сейчас же иди домой. Что? Я приду навестить вас завтра утром и поговорю с твоими родителями. Зачем откладывать это на завтра? Я пригласил сюда ее родителей. Ты поторопился. Этому я научился у тебя, брат. Проходите. Здравствуйте, Сурья Абхай. Здравствуйте. Чем вы занимаетесь? Я работаю в LIC. Вы одобряете эти отношения? Породниться с семьей Сурья для нас большая честь. Значит, этот брак состоится. Брат, значит, проблема решена. Дядя Матур, а что вы думаете по поводу свадьбы вашей дочери Сурья? Что ты сказал? Вы просили найти самых лучших киллеров для убийства Сурья. Вот они. Дюран, они точно смогут довести дело до конца? Они первоклассные стрелки? Какие-то сомнения? Вам нравится эта ваза? Да. Извините. Отлично. Спасибо. Прощайте. Прощайте. Мы могли бы убить Сурья сами. Нет. Один он слишком опасен. Нам нужно продумать тщательно все детали убийства. Зачем ты позвала меня сюда? Хотела вместе сходить попросить благословения. Почему ты думаешь, что я буду молиться? Господи, глупенькая девочка. Они оба признались, что любят нас. Но почему они ни разу не приглашали нас никуда? Ну, ответь мне. Сегодня мы вместе поведем их куда-нибудь вечером. Согласна? А что я должна сделать? Позвони Джатхе, скажи об этом. Джатха не согласится. Я точно знаю. Вот увидишь. Стоит тебе только сказать, и он прибежит. Ну, и что мне придется делать? Неужели это так сложно? Просто позвони и пригласи его сюда. А я пока позвоню Сурья. Хорошо. Если мы нападем на Фероза, это может отразиться на порядке в стране. Он не прощает ошибок. Это Нандини. Я хочу поговорить с тобой. Ты что? Я сейчас на встрече с боссом. Если ты сейчас придешь, я кое-что тебе покажу. Да? Я стою около твоего дома, около бассейна. Приходи поскорей. Уже бегу. Какая боль в желудке. Только что все было хорошо. Разве такое можно предсказать? Я сейчас же иду к врачу. Врача зовут Нандини? А ведь она только что звонила. Иди к ней. И все-таки надо показаться врачу. Брат? Да, сестра. Мне надо поговорить кое о чем личном с твоим братом. Попроси всех выйти. Я все понял. Они обе хотят там что-то сказать. Старички, оставьте их наедине. Кого ты назвал стариками? Кого ты назвал стариками?
Что с тобой случилось? Я просто хочу спросить, почему ничего не случается? Скажи мне сначала, что произошло? С каких пор все надо называть словами? Ты меня еще любишь? Ты никуда меня не приглашаешь. Ты ни разу не ел мороженое вместе со мной. Во-вторых, мы никогда не гуляем в парке. Скажи мне, что ты сейчас от меня хочешь? Ты говоришь так, будто не слышал то, что я сказала. Я слушал тебя. Я хочу сходить в кино. Мы обязательно сходим. Да. Попроси Нандини позвать Джатха. Мы пойдем и посмотрим фильм. Хорошо. Сурья! Что? Сурья! Что? Сурья! Да что? Что? Ты такой милый. Ты тоже. Почему театр сегодня не работает? Сегодня мы ждем господина Сурья. А он выкупил все билеты еще утром. Все ясно. Хорошо. Внимание! Он едет. Ну давай же, стреляй! Эта машина пуля непробиваемая. О, черт! Вставай, вставай! Босс, вы можете выходить. Посмотри туда! Идем! Быстро зайдите в дом! Джатха, закрой дверь и скажи всем сесть в машину! Эй, поживее! Все по машинам! Все по машинам! Чарльз, что-то не так! Слишком опасно! Уходим! Нет, я должен выстрелить! Подожди! Заметил, напротив стоит компьютерная установка! Алло! Говорит Сурья. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Камера наблюдения расположена на крыше? Да, сэр. Хорошо. Соедините меня с операторской. Наведите камеру на здание справа. Я навожу, сэр. Что там происходит? Там находится два человека, сэр. Приблизьте камеру и посмотрите, что там происходит. У них в руках оружие, сэр. Они целятся в сторону театра. Не меняйте положение камеры. Давай! 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 Бэнерджи, развлеки гостей. Сейчас мы посмотрим кино. Джатха? Да? Позови еще тех двух. Да, вот именно поэтому вас и называют доном номер один. Что? Не бойся, иногда я играю в такие игры. Мне очень страшно. Чего ты так испугалась? Пойдем отсюда. Джатха, иду, босс. Значит, вы хотели убить моего босса. Но как вам понравилось вчерашнее представление? Круто. Мне нравится. Даже нам очень понравилось. Очень забавно. Здравствуйте, сэр. Что случилось с задумкой по поводу Сурья? К этому времени все уже выполнено. Ура!
Отбой. Что ты мне скажешь? Великолепно. Я был уверен, что падает твое мертвое тело, а ты в это время сделал из неба кладбище. Да еще и издеваешься над телами убитых. Супер! Полиция всего мира не может найти мое местонахождение. Сюда даже птицы не смеют прилетать. Достаточно, Фироз. Я просил тебя вычеркнуть Индию из своих грязных планов. Ты прислал офицера, которого убили. Потом ты хотел встретиться со мной. Получив отказ, ты вторгся на мою территорию. Ты не пожелал остаться оскорбленным. Ты прислал киллеров, чтобы убить меня. Я прощаю тебя в последний раз. Не смей вторгаться больше на мою территорию. Почему это я должен тебя слушать? Я всегда получаю то, что хочу, любым путем. Или же я просто разрушаю это? А это стиль Фироза. Но почему тебя это так напрягает? Игра только начинается. Постой, игра началась уже давно. И ты уже проиграл 3 партии. Если я начну играть, я уничтожу тебя своим нехитрым планом. Но тогда не останется никого, кто займется твоими похоронами. Прощай. Пытаешься меня запугать? И все еще новичок в этой игре. Сурия! Зачем ты меня слышишь? Мальчики! Если я захочу, ты будешь мертв через минуту. Хочешь? Да? Он ведет себя как ребенок. Он выглядит как умный мужчина, хотя мозги у него явно отсутствуют. Босс, скажи ему. Фироз, вспомни о том, что у тебя есть в Нью-Йорке, о своем бизнесе в Швейцарии, публичный дом в Бангкоке, где ты снимаешь девочек, казино в Катманду. Наши люди заминировали все эти места. Нажми кнопку, Джавда. Что? Если он нажмет кнопку, то место, где ты стоишь, все взлетит на воздух, станет пеплом, ни малейшей крупинки не останется. Ну что, молчишь, как немой? Джатха, нажимай кнопку. Нет. Смотри, как испугался. Как ребенок. Дай мне нажать кнопку. Постойте, мальчики, опустите оружие, опустите. Он напуган, как ребенок, босс. Даже не пытайся шутить со мной. Это мое последнее предупреждение. Потом я уже не буду предупреждать. Девочки, принесите ему таблетки и соду. У него проблемы с желудком. Дюран, сэр, позвони Санграму. Здравствуйте. Что вы хотите? Я хочу, чтобы Джатха умер. Вам придется создать панику в стране при помощи взрыва, и ты его получишь. Все в порядке? В порядке, сэр. Дядя, мороженое! Идем, сынок. Дайте мне, пожалуйста, шоколадное. Хорошо, куда ты пошел? Мама, смотри! Дедушка, куда вам надо пройти? Я ищу ближайший магазин. Пойдемте, он там. Я провожу вас.
дедушка, идемте, я... Ты только взгляни на своего сына. Идемте, я вас провожу. Рожу! Рожу! Где мой сын? Где мой мальчик? Рожу! 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 Давайте, работайте! Суря! Брат, брат, что произошло? Брат, почему ты бросаешь нас и уходишь? Вы только посмотрите, что стало с моим мальчиком. Брат, брат, что произошло? Дайте мне руку. Сурья. Перо, слушай, Сурья. Перос никого не предупреждает, он просто нападает. И это не зависит от того, как кто-то мечтает о моих похоронах. Я не грущу. Я превратил твой город в кладбище. Кладбище. Но настоящий удар еще впереди. Мои люди повсюду в твоем городе. Тебе осталось жить всего пару часов. Поймай их за это время. Иначе следующий удар будет еще сильнее. На этот раз число жертв будет исчисляться не сотнями, а тысячами. Беги, Сурья, спасай свой народ. О своем народе я смогу позаботиться, но тебе не удастся выжить. Ты сам вынес себе смертный приговор. Но чтобы пойти на такое преступление... Ферос, ты дал мне 2 часа, чтобы поймать твоих людей. Но ты лишишься всего гораздо раньше. Я начинаю обратный отсчет. Начинаю считать. Начинаю считать, мерзавец. До встречи, Сурья. Ты сильно об этом пожалеешь. Жатха. Матур. Вы остаетесь контролировать город. Если в ком-то сомневаетесь, не жалейте его. Вперед! Ура! Это мой дом для гостей. О нем никто не знает. Даже полиция не догадывается. Сурья тоже не знает. Но почему? Почему вы всегда боитесь Сурья? Наш Ферос всегда сумеет разобраться с Сурья. Он сумеет его запутать. Хорошо. Сейчас как раз то самое время, чтобы нанести Сурья еще один удар. Давайте подумаем над планом. Ферос звонит. Дюран, Сурья очень умен, поэтому уходи оттуда сейчас же и постарайся найти безопасное место. И не задерживайся. Люди Сурья уже начали вас разыскивать. Самое время заняться Джатхой. Я хочу получить его живым. Отправь людей за ним. Взорвите вторую бомбу в торговом центре в 6 вечера. Хорошо, сэр. Все будет сделано. Позвони мне, как только закончите работать. Хорошо? Ты установишь бомбу в торговом центре, а в 6 часов вечера взорвешь. Хорошо. Вы отправитесь на поиски Джатхи. Но вокруг него много людей. Работайте очень осторожно. Я все понял. А теперь нам придется разделиться. Если есть какие-то вопросы, тогда звоните Ферозу. Вы все работайте очень осторожно. И как только схватите Джатху, сразу звоните мне. Давайте, вперед. Джатха, я до тебя добрался. Подойди сюда. Парни, люди Фероза здесь, в какой-то квартире. Нам поступила информация, ясно? Сейчас вы пойдете туда. Вы туда.
Я один поймал тебя. Парни! Тебе стало страшно? Фирос просил доставить тебя живым. И зачем только вы объявили войну моему боссу? Арни, поймайте его живым. Теперь тебе точно отсюда не убежать. Тебе придется умереть. Думаешь, только вы умеете строить планы? Неужели мы тоже не можем что-то спланировать? Сурья! Брат! Даже не думайте их щадить. Джадхав, я с ними разберусь. Займись пока им. Хорошо, босс. Где ваши люди? Я не знаю. Звонит один из твоих людей. Жадха, а возьми телефон. А теперь скажи мне, где вы заложили бомбу? Я не скажу вам. Я не скажу. Так ты не признаешься. Давай, говори. Я скажу. Скажу. Я скажу. Я не знаю, где заложили бомбу, но те, кто должен это сделать, находятся сейчас в клубе Golden Eye. Поехали туда. Не торопись. На дискотеке всегда очень много людей. С ними ничего не должно случиться. У нас есть еще час до шести. Мы не услышим, как будет звонить мобильный на дискотеке. Скажи всем, чтобы отключили звук. Что делать дальше, я скажу позже. Дайте мне 5 минут для тех двоих. Hello. У меня плохая новость для всех вас. Те люди, которые хотят заложить в городе бомбу, эти люди из банды Фироза находятся здесь. Ну нет, вам нечего бояться, потому что здесь сам Сурья Абхай.
Пускай те двое тоже начнут переживать, ведь эта парочка тоже не сможет выйти отсюда. Именно поэтому я даю этим двум 5 минут. Предлагаю им сдаться добровольно в течение 5 минут. А теперь, когда у нас с вами есть целых 5 минут, почему бы нам не получить небольшое удовольствие? Что такое? Вы потеряли вдруг дар речи? Пока здесь Дэн Сурия, здесь будет очень весело. डरने वालों को मैं और डराऊं, कौन भाईगा मैं तो ढंग का बजाऊं। कान बजा कान को, कान बजा कान को। डरने वालों को मैं और डराऊं, कौन भाई का मैं तो ढंग का बचाऊं। कान बजा कान को, कान बजा कान को। डरने वालों को मैं और डराऊं, कौन भाई का मैं तो ढंग का बचाऊं। अरे उसके इशारे पे जान लुटाऊं, अपन तो भाई का सिक्का चलाऊं। आसमान को वो जमीन पे ला दे, अनहोनी को होनी करके दिखा दे। कोलाबा क्या माहिम क्या वरली क्या खा, सारा बच के भाई। दुश्मन का दुश्मन है यारों का यार, दिल का वो राजा करे सबसे प्यार। दुश्मन का दुश्मन है यारों का यार, दिल का वो राजा करे सबसे प्यार। डरने वालों को मैं और डराऊं, कौन भाई का मैं तो टंका बजाऊं। उसके इशारे पे जान लुटाऊं, अपन को भाई का सिक्का चलाऊं। अरे
लुटाऊं अपन तो भाई का सिक्का चलाऊं डॉन बचा डॉन को डॉन बचा डॉन को достаточно эй Ваше время вышло. Дон Сурия не любит шутить. Так что или вы сдаетесь, или мы переходим к более решительным мерам. А где же еще один? Мне придется его искать. Всем немедленно покинуть помещение. Где находится бомба? Жатка. Я готов. Говори сейчас же, где вы ее спрятали. Я скажу. Бомба находится там. Какое несчастье. Вот. Отключи ее. Я не знаю как. Робин может снять взрыватель. Давай. Хочешь, чтобы я повторил специально для тебя? Готово. Черт. Эй, Робин. Алло. Ты где? Сэр. Я столько времени пытаюсь дозвониться до тебя. Где ты находишься? Я на улице, сэр. Значит, ты на улице? Зачем вы оба пришли сюда? В это время вы оба должны были быть в том самом торговом комплексе. Чего уставить? Милый сынок, я нашел твоего убийцу. Я приведу его сюда и убью прямо на твоих глазах. Я жду тебя столько лет. Наконец-то я до тебя добрался. Иди, звони. Беги, звони своему боссу Сурия. Ну что ты так на меня уставился? Эй! Перу желает разрушить нашу страну. Зная это, вы все-таки решили ему помочь. Он из Пакистана. Но вы-то из Индии. Я не могу вам этого простить. Жатха, ты как-то хорошенько избил его сына, так? А сейчас просто убей этого предателя. Убей его! Бомба была заложена в неизвестном месте нашего города. Согласно полученной информации, тела некоторых погибших были найдены прямо в этом месте. Доказательство указывает на то, что это люди из банды пакистанского бандита Фероза. Именно это заставило задуматься полицию города. Алло, Фероз, ты видел вечерний выпуск новостей? Ты дал мне 2 часа. В запасе еще есть 1/2 часа времени. Тела твоих людей лежат именно там, где ты убил моих людей. Что? Удивлен? Не надо так удивляться. Потому что самая ужасная новость. Дюран теперь со мной. Теперь он работает на меня.
Завтра он расскажет всю правду перед судом. Я хочу встретиться прямо сейчас. Время для встреч давно вышло, Фероз. Но несмотря на то, что я выиграл, ты все еще мечтаешь о том, чтобы завладеть моей Индией? Твоя игра закончена. Прощай. Ура! Братья, то, что мы здесь отмечаем, давайте не будем говорить об этом Сурья. Хорошо, мы не скажем ему, брат. Сурья действительно великий человек. Он не побоялся Фероза. Тот дал ему 2 часа, но Сурья успел уложиться в 1.5. За Сурья Бхай! Ура! Послушайте, если босс что-то спросит, мы не пили. Мы не скажем ему. У всех отличное настроение. Или кто-то плачет? Никто не плачет, брат. Но я слышу какие-то посапывания. Наверное, я уже пьян. Откуда доносятся эти стоны? О, Господи, идите, идите. Сестра, почему ты плачешь? Да ты и вправду плачешь. Я думал, это шутка. Почему ты плачешь? Когда Дюрана завтра повезут в суд, что если что-то случится с Сурья Бхай? Вот чего я боюсь. Сурья Бхай? Никто не причинит вреда Сурья Бхай. Сестра, вытри свои слезы. Я же говорю тебе, вытри слезы. Вы оба такие романтичные. Иди, иди, иди. Сурья, наверное, очень волнуется. Это ты выглядишь взволнованной. Сейчас я дам тебе один совет, как помочь ему расслабиться. Поняла? А я смогу это сделать? Конечно. Да. И пока вы оба будете наслаждаться этой романтикой, я пойду побуду с моей милой. Нравитесь? Хорошо. Улыбнись. Идем. Сурья, мы не должны недооценивать Фероза. Пока Дюрана будут доставлять в зал суда, надо быть осторожными. Ты прав. Ты предупредил его? Да. Он просил нас быть начеку. Хорошо. Увидимся завтра, сэр. Брат, меня клеветали. Меня клеветали, брат. Что случилось? Что будет дальше, брат? Меня порочили. Что ты такое несешь? Брат, вчера вы сотворили такое, что многим и не снилось. Но, брат, все оказалось напрасно. Я ничего не понимаю. Спроси об этом прямо ее. О, ты уже пришла? Тогда спроси напрямую, в чем заключается ее проблема. Я ухожу. Какие у тебя проблемы? Расскажи мне, что тебе приснилось? Ты сделаешь так же, даже если узнаешь? Да, сделаю. Говори же. Правда? Да. Знаешь, что ты делаешь в моих снах? Почему ты кричишь? Чтобы ты почувствовал. Так говорит ли тебе, что ты делаешь в моих снах? Что такое? Не бойся, я подойду к тебе. Ну хорошо, хорошо. Ты заходишь особенно. Потом смотришь на Джатха. Эй, Джатха! Я здесь, сэр! Потом ты возбуждаешься, хватаешь меня и целуешь. Очень долго целуешь. Я знаю это. Ты целуешь меня только в моих снах. В реальной жизни ты меня не целуешь. मीठा मीठा चुमा दे दे प्यारा प्यारा चुमा दे दे चुमा दे 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 चुमा ओ जाने दे उफ युमा दे चुमा मीठा मीठा चुमा दे दे प्यारा प्यारा चुमा दे 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 चुमा हो जाने दे उफ युमा दे चुमा धीरे धीरे चढ़ेगा नशा ओ सावरिया धीरे धीरे चढ़ेगा नशा
हले हले आएगा मजा ओ गोरिया हले हले आएगा मजा आ आ दे चुम्मा उफ युम्मा दे चुम्मा उफ युम्मा मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा ओ जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा चुम्मा हो जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा चुम्मा दे 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 चुम्मा हो जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे 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 चुम्मा हो जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा ты? Родители дома? Как же ты вошел? Через крышу и в окно. Хорошо, но зачем? Пожелать тебе спокойной ночи. Хорошо, иди. Спокойной ночи. О, нет. Нандини, я ничего не сделаю. Что ты делаешь? Мы просто поговорим 5 минут. 5 минут, и ты уйдешь? Хорошо. Но ты же будешь вести себя прилично? Да. Обещаешь? Обещаю. Уйду через 5 минут. Что ты хотел сказать? Почему молчишь? А я что-то хотел сказать? Да. Вы... Тебе понравилась моя приманка? Что случилось? На сегодня хватит. Остальное после свадьбы. Я забыла сказать. Чатка пошел в дом Нандини. Он побоялся тебе сказать об этом, поэтому попросил меня. Чатка к Нандини? Да.
Такое время. Зачем отпустила? Ну и что? Джатха, подними трубку. Что случилось? Он не отвечает. Зачем он туда пошел? Какой болван? Идем! Скажи, пусть гонит быстрее. Давай, скорее! Трубку не берет. Сестрица! Сестрица! Джатха! Там Джатха! Что случилось? Где он? Мы с ним ехали сюда. На дороге попали в аварию. Он весь изранен. Особенно руки и ноги. Мне страшно. Но где он? Идем скорее, идем. Да, скорее. Минутку. Я сначала позвоню Суре. Я же говорю, положение серьезное, а вы теряете время. Нужно поговорить с Суре. Джатха может умереть, а вы не торопитесь. Как ты не понимаешь? Это вы не понимаете. Нужно доложить Суре. Не надо докладывать. Если кто-нибудь приблизится, обещаю, я его убью. Опустить пушки. Черт. Это же и есть дом Нандини. Да. Что-то случилось. Ну что, Сурья, ты шокирован? Все в мире враждуют. Но побеждает тот, кто умнее. Джатха полюбил девчонку из моей банды, а ты даже не проверил ее и одобрил его выбор. А теперь твой брат и невеста в моих руках. Чтобы поймать тигра, я расставляю сети. Не трачу зря пуль. Видел размах моей мысли? Это называется идеальным планом, Сурья. Я плюю на твою жизнь. Ты ведешь игру, используя женщину, и называешь это игрой разума. Эй, Фероз, хочу тебя спросить. Ты мужчина или евнух? Столкнемся лицом к лицу. Узнаем, кто настоящий мужчина. Слушай, в наше время это и есть мужчина. Сурья, приведи мне моих людей, я приведу твоих. Сыграем в игру, и будет решено, кто из нас дом номер один. Что скажешь? К чему слова? До встречи. Твой брат храбрец. У него есть один мой человек, Дюран. А у меня вы двое. Для обмена хватит одного. Кому-то из вас придется умереть. Кого убить? В нем лишь одна пуля. И решите между собой, кому жить, кому умереть. Джатха, да нет! Джатха, невестка, нет! Джатха, да нет! Пуля всего одна. Меня убьешь? Если так, мои люди прикончат ее. Застрелись поскорее, а то твоя невестка плачет. Давай, Джатха. Джатха, не смей! Давай, Джатха, стреляй! Джатха, послушай, не смей! Умоляю! Что смотришь, гад? Я мог пристрелить и тебя. Но твоя смерть наступит от рук моего брата Сури, который еще никогда не проигрывал. Мой брат настолько меня любит, что не раздумывая одобрил мой выбор. Она меня обманула. Я ее прикончу. И все. Понял? Невестка. Передай мой последний привет брату. Стреляйся. Давай. Чего медлишь? Кого ждешь? Убей же меня. Пристрелите его. Джатха, нет. Джатха.
Отлично, Сурья. Мне нравится играть с тобой в игры. Прежде чем начнем, совершим обмен. Где мой человек? Сначала приведи моих. Это мой район. Здесь будет так, как я скажу. Твоих у меня двое. У тебя мой один. Сначала отдай его, потом приведу твоих. Ведите. Сурья! Иди. Джатха? Где Джатха? Его... Его убили, Сурья! На моих глазах убили! Его убили! Убили! Для обмена хватало и одной персоны. Поэтому брата твоего убрали. Принесите его. У меня нет никого на свете. Я буду жить с тобой, брат. Эй, Сурья. Прекрати эту драму. Давай начнем игру. Расскажу правила. Ты упадешь, полягут двое твоих людей. Если упаду я, умрут двое моих. В живых останется кто-то из нас. Он и будет доном номер один. Вставай. Унесите Джатха. Уничтожь его, Сурья! Убей его! Не бойтесь, я никого из вас не убью. Надо свернуть шею змее, которая несет в мир насилие и смерть. Вперед!
Сурья, я не меняю своих правил. Умрет еще кто-то из твоих. Дюран теперь продался тебе. Даст показания против меня. Ему придется умереть. Прости, парень. Верный ход. Иди, давай. Правил менять нельзя. Убей Жину. Сури, убей. Он погубил мою жизнь. Не отпускай его. Фероз, вставай! Фероз, тебя зовет смерть! Иди же! Бей! Бей, гад! Бей же. Давай. Что же не бьешь? Бей. Людей убивать вздумал. Тебе нужна была наша Индия. Получай смерть, Фероз. Фероз! Эй! Хиндустан парбурина зарадливо. Того, кто нацелится на нашу страну, ждет та же участь.